Зиночка, лапочка, да. Душечка, крошечка. Ага. Ты выходишь за меня в зал? Обязательно, ведь да. Я прям так ждала. Да. 50 лет ждал, он дождалась. История этой любви началась в июне 1973 года. Он служил в милиции и приходил обедать в столовую, где она работала поваром. Поженились 11 января 1974. С тех пор прошло 50 лет. Посмотрела, понравилась она мне. И внешне, и фигурой, и вообще понравилась. Она не ревнивая, такая, ну как, хозяйственная. Сейчас супруги Семакины празднуют золотую свадьбу. Дом полон гостей. Поздравить Виктора Николаевича и Зинаиду Афанасьевну приехали родственники и друзья. Невеста так побежала, что веночек забыла на голову приколоть от радости, что позвали. Только цветы, мороз был большой, цветы замерзли. Сейчас бы нам сохранить, да, тоже ведь холодно. После домашних посиделок молодожены отправились во дворец бракосочетания. Их поздравили и вручили юбилейное свидетельство и письмо от губернатора Алтайского края. А после супруги исполнили золотой танец. Отпусти любовь, ты знаешь, он поймет тебя, когда мне не разгадать тебя. Виктор Николаевич и Зинаида Афанасьевна воспитали дочь Ирину, внучек Марию и Дарью. Ирина делится, в жизни родителей были и тяжелые времена, но они старались не обращать внимания на трудности, всегда поддерживали друг друга. И, конечно, окружали заботой любимую дочь. Мы ездили вместе, отдыхали. И в разные точки города, и в разные точки по России. Внучек очень любит, что старшую, что младшую. С ними везде тоже они ездят, и отдыхать, и в санатории с ними. И на юг ездят, на море как бы отдыхать. Ну, как бы не отказывать ни в чем. Дедушка у нас вообще любит побаловать. Если надо как в магазин сходить, хоть в час ночи там сладкого захотели, он идет прямо. Мы попросили Виктора Николаевича и Зинаиду Афанасьевну поделиться секретом счастливой семейной жизни. У него как в крови, что всегда меня уважать, впереди пропускать, за что-то хорошее благодарить, за ужин спасибо говорить. А как? Так она вот у нас идет. Поэтому я его люблю. Доверять друг другу. Если не доверять не будете, то жизни действительно не будет. Доверие, а если уважение. Доверяете, не ревновать. Да, ревность еще. Ревность это самое ни к чему. Главное. Будешь ревновать, все, рассыпалось. Еще. И любовь там, и все. Да. Любовь все держит. Хоть говорят, нет, ой, вот какая, говорит, любовь. Есть она, любовь? Есть, конечно, как есть, без этого. Будет, как без этого есть. Никак. Не говорят, привязанность. Нет, любовь есть. Вот любишь его, уважаешь, видишь, какой он у меня хорошенький. Но стараюсь его сохранить. Он меня держится, а как? Елена Самарина, Роман Хайруллин. Новости.